Сутки до поединка Исмаилов Емельяненко. Блокбастер этого года в российском ММА возглавит турнир лиги ACA в Сочи. Сегодня утром оба бойца прошли процедуру взвешивания. По ее итогам вес дагестанского спортсмена составил 94 килограмма, в то время как его рослый соперник предсказуемо оказался тяжелее почти на 23 килограмма. Весы Емельяненко показали 117 килограмм. Накануне бойцы успели встретиться лицом к лицу на открытой тренировке. Сидит, не ешь. Не, серьезно, серьезно. Вот она. Ну так. Ты этого хотел услышать? Самые яркие бойцы России, они, как и в виртуальном противостоянии, много шутили, обменивались взаимными подколами. А в разговоре с журналистами оба выразили желание нокаутировать друг друга. Помимо Исмаилова, свои поединки завтра проведут еще трое дагестанцев – Гаджимурат Хиромагомедов, Насрудин Насрудинов и Ахмед Мусакаев. Начало турнира намечено на 17 часов. Бои пройдут при пустых трибунах. Платная трансляция будет доступна на сайте лиги ACA.